Tower is under attack. Dire's top barracks has fallen. Dire's top barracks are under attack. Dire's top barracks has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Реклама! 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 Я в любом случае наставлю на борде одно существо, в любом случае. Хули ты орешь, еблан лысый. Тебя погоняло, еблан. Именно непокоцанный таун, понимаете? Он мог забрать другой таун, но он забрал непокоцанный, это пизда. Чей по стрижке? Решил закосплить мою залупу, сладкий. Меньше пошел чем нахуй, уебище. Я пробивал. Найс, прическа. Рофл, не рофл. Это все так непривычно, потому что у меня, кстати, даже есть фотка же ВКонтакте. Там, где я тоже сразу пошли стрижки. То есть, как сегодня. Я постригся прямо вот ровно сегодня. Так вот, я просто вебку не подрубал, как бы. Я вебку подрубил, когда как раз я только постригся месяц назад. Вроде как, как-то так. У меня уже волосы немножко успели отрасти. А потом я ни разу не стригся после вебки. И никто, получается, не видел меня на вебке еще ни разу, ну, что я так стримил, типа лысый. Но это не лысый, это 12 мм сверху и 3 мм по бокам. И я так всю жизнь стригусь, начиная, не знаю, с 14 лет. Ну, считай, что всю жизнь. До 14 лет, я не помню, как я стригся. До 14 лет я приходил в парикмахерскую. И, короче, мне ножницами там что-то, ну... Мне ножницами стригли, понимаешь? Понимаете? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это долго, там, нудно. Больно порой, блин. То есть, ну... Намного проще прийти за 10 минут, чтобы тебя машинкой побрили. И все, это идеально. Зачем ножницами стригтись? Зачем мне что-то оставлять на голове? Какая разница, какая у меня прическа будет? Это вообще поебать. Когда, кстати, волос нету, это на самом деле, ну... Очень удобно. Хотя, конечно, с волосами порой приятнее, типа... О. Но порой испытываешь дискомфорт. Ну, это летом в основном. Конечно, зимой в идеале вообще не стричься, зимой в идеале иметь много волос, потому что зимой от волос только профит. Потому что можно ходить без шапки. Очевидно, если я вот так вот, о, как бы, как сейчас, я ж не могу зимой выйти на улицу без шапки, потому что, ну, это, на самом деле, это для головы, ну, плохая идея. А когда волосы есть, можно без шапки ходить. И заебись. Комментарии. Я не могу ответить, потому что я не знаю, о чем речь. Папаня, привет. Пропусти. Здорово. Все. Ты сам стал лысым или был какой-то спор? Или Дона? Я всю жизнь, с 14 лет, стригусь так, всю жизнь. Просто вебку я подрубил относительно недавно, понимаешь? Относительно недавно. Всю жизнь я так стригусь, всю жизнь. У меня стрижка такая всю жизнь, с 14 лет. То есть, ничего не произошло абсолютно. Все как и раньше. Что у него с головой? Ха! Выпали волосы, у меня рак! 10 seconds remaining. Надо, кстати, подписывать стримы, что у меня рак. А может, будут верить? Будем рофлить. 5 seconds remaining. Бля, кстати. Да, подписывай стримы, что у меня рак. Reserve time. Точно. Меня даже не забанят в Твиче, если я буду рофлить над сам собой. Или меня забанят за то, что я рофлю над раковыми больными или чё? А если я сам буду говорить, что у меня рак? Как они докажут, что у меня нету рака? MVPs turn to pick. Bounty Hunter. OGs turn to pick. Глянь на вебку. Минус 300. Глянуть на вебку? Сейчас я досмотрю файт. Глянь на вебку. А чё с ней не так? Dire's middle tower is under attack. Ну, типа, я знаю, что я лысый. У меня рак. А чё не так? Чё ещё глянуть? Интересно. Лысый, когда на Сларке будешь ебашить? Рафлан ебало.
Tinker. Что за хуйня? О, заработали, ура! Попечь. Я, конечно, все понимаю. В своей молодости, в далеком 2007 году, когда было модно ходить лысым, ты ссал в рот какому-то рандому, залезал со своим другом в помойку, закрывался и говорил, что это твой дом, ломал себе кости, прыгая с дерева, и стрелял своему другу из петарды в жопу. Но 2007 не вернуть. Все. Что за хуйня? Верьте деньги! Дратуте, по-моему, благодаря стримам ты стал более социальным человеком. Социализировался, так сказать. Я поднял выше, веб-камеру не должен закрывать. Надеюсь, тебя не пугают эти сложные слова из Википедии. И нихуя не социализировался. Ты... Верьте деньги! Есть два вида, сейчас я скажу. Уважаемый Лода, ваша веб-камера будет закрывать часть мини-карты, как в конце прошлой игры. Уже не будет. Чекните, пожалуйста, окно вебки в начале карты. Спасибо. Уже не будет. Капаприде. Уже не будет. Здесь котел лишний бы тогда. Вот здесь котел нахуй не нужен. Так. Уважаемый Лода, не могли бы вы поднять вебку чуть повыше? Спасибо. Капаприде. Поднял только что. Не должна закрывать карту. Все нормально. Я не социализироваться... Вы все путаете, блять, дайте мне сказать, сколько этих донатов, а, еще тут от Татарыча. Здравствуй, Лысич, отличная притча, чате Дратути. Да, классная притча. Это все непривычно, потому что никто, походу, не знает, что это каждые 5 месяцев стригусь. Как только надо идти стричься, я стригусь всегда так, всегда, с 14 лет, всю жизнь. Никто этого не знает, а веб-камеру я подключил относительно недавно, вот и все. Так, я по пику опять ничего не сказал, это пиздец. Ну хуя мне вообще оплачивают комментарии, я не знаю. Dire's bottom tower is under attack. Верьте деньги! А почему донат... А, 150 рублей не озвучивается во время... О, блять... Вы вообще в курсе, что люди с короткой стрижкой, они выглядят... Многие как бы похожи. Это ничего вообще особенного там нету. Блять. Попробуйте сами коротко постричься и посмотри в зеркало, блять. И можешь по поводу себя то же самое рофлы заряжать. А вообще коротко стричься, я повторюсь еще раз, это ж пиздато. Я так всегда стригся. И всегда буду стричься. Всегда. Волосы отрастают до хуя, да, как было на моем прошлом стриме. Все, пора стричься. И теперь, чтобы подольше не ходить в парикмахерскую, чтобы не проебывать там время, блядь. Постригайся как можно короче. Тем более лето. У Axa Networks можно охарактеризовать одним словом. Здорово!